Итак, что же делать, если вдруг на рассаде, неважно, в доме, в квартире или в погребе, вдруг завелись какие-то мошки? Это может быть белокрылка, это может быть какая-то муха, это могут быть комарики, как в моем случае. Тут мелкие черные комарики у меня летают в погребе. Они завелись еще до того, как я привезла рассаду, потому что здесь у меня зимует цинерария. Я не нашла ничего лучше, как применить вот такой фунгицид. У меня есть вот такие пластиночки. И когда я буду приходить работать в гараже, а мне предстоит ремонт, я буду спускаться в погреб, устанавливать этот фунгицид, спокойно работать, а потом спускаться и отключать. Я считаю, что это максимально такой удобный, в принципе, выход. С вас подписка, лайк и комментарий.